Подарок, который тает на глазах. Так, что можно подарить тем, кто только приехал в город? Цветы? Нет. Корзину с сырами? Вязаные носки? Ну уж нет. Шоколад, мятные конфеты. Нашла! Привет, Андреа. Спасибо, что заехала за мной. Ты нашла подарок для Гарри и Хайди? Не просто подарок, а целую корзину. От Эммы и Андреа. Добро пожаловать в Хартлейк-Сити, город дружбы. Будет крутая вечеринка. Стефани вся в хлопотах. Делает приглашение и все такое. Надеюсь, кто-нибудь из них поет в соль-мажоре. Тогда из нас вышел бы отличный певчий дуэт. Гарри и Хайди должно понравиться. Наверное, ведь я их совсем не знаю. Я подумала, все любят конфеты. А раз в корзине собраны разные виды, мы не ошибемся. Шоколадные, карамельные, кокосовые. О, они такие аппетитные. Знаешь, обертка может быть обманчивой. Выглядят конфеты здорово, но откуда нам знать, что они вкусные? Я думаю, наш долг, как будущих друзей Гарри и Хайди, проверить, чтобы все было на высоте. Тогда попробуем по одной. Ой-ой, теперь корзинка выглядит не очень. А вот и нет. Морковка поможет разбавить конфеты. Но мы еще не проверили, свежие ли помадки. Да, они могут быть затхлыми. Мы не можем не проверить. Эти риски вызывают у меня сомнения. Нельзя быть слишком уверенным в карамельках. А что за начинка в этих голубых? Гарри и Хайди будут так благодарны нам. Ладно, еще по одной и хватит. Конфет больше нет. У нас закончились фрукты. Мы не можем подарить им корзинку с пустыми ячейками. Есть брокколи. Брокколи в подарочной корзине? Либо так, либо пустые ячейки. Привет, заходите. Знакомьтесь с Гарри и Хайди. Вы принесли подарок. Как мило. Тут лишь фрукты и... брокколи! Хайди просто обожает брокколи. Какой у нее странный вкус. Хомяки? Стефани разослала приглашение на вечеринку в честь ее новых хомячков? Держи, Хайди. И немного тебе, Гарри. Когда я увидела корзину, я испугалась, что там конфеты, а они очень вредные для хомяков. Но как вы узнали, что Хайди любит брокколи? А кто ее не любит?